Привет! Передо мной два новых планшета Lenovo Yoga Tablet 2. Как и Lenovo Yoga Tablet 2 Pro, такой большой планшет со встроенным проектором, обе новинки работают под управлением Android 4.4 KitKat. Отличаются новинки лишь диагональю экрана. У младшей модели 8-дюймовая матрица, старшая модель может похвастаться экраном диагональю чуть более 10 дюймов. Разрешение экранов существенно выросло. Теперь это 1920 на 1200 точек. На производительность это совершенно не сказывается. Intel Atom Z3745 и 2 ГБ оперативной памяти с лихвой компенсируют возросшее разрешение. Время работы тоже не подкачало. И 8- и 10-дюймовая модель в состоянии проработать до 18 часов в режиме активного использования. Провести эти 18 часов можно не только за социальными сетями, но и наслаждаясь просмотром видео. Тем более, что помимо качественного экрана, новые Lenovo Yoga Tablet 2 могут похвастаться также громкими стереодинамиками и, конечно же, четырьмя режимами. Консоль, клавиатура, книга и картина. Lenovo Yoga Tablet 2 оснащен не только модулем Wi-Fi, но и способен выходить в интернет через мобильные сети, включая высокоскоростные 4G LTE. На этом, пожалуй, все. Нам не все равно.